Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новый видосик по Мозингу, пацаны. Я не знаю, вам нравится разговорный видос или нет, я так и не понял, пацаны. Напишите, пожалуйста, в комментариях и поставьте лайк, если вы хотите видеть такого характера видос, потому что я не понял. Кому-то не нравится, кому-то не нравится, я не знаю. Я такой решил коротенький видосик записать по поводу голосования, которое уже длится 3 дня. Конечно, это еще не конечное голосование, но, можно сказать, это итоги голосования, пацаны. Это голосование я делаю, но я решил чисто высказать свое мнение и рассказать вам, кто не знает вообще про это голосование и так далее. Итак, проходит голосование, в будущем собираемся обновить модпак, заменить оставшийся незамененный транспорт. А пока что мы хотим, чтобы вы проголосовали и сделали свой выбор. Я уже про это видео снимал, но это итоги, пацаны, важного голосования. Не знаю, для меня это важное голосование, потому что тут решается судьба модпака. Да. Тут решается судьба модпака, если что. Ссылка на группу модпакера, пацаны, повторюсь, в описании. Подписывайтесь, там есть все новости. Итак, вот голосование проходит, короче. Я не понимаю, понимаете? Тут типа три варианта есть. Я проголосовал за третий вариант. Вот, это оставить обе тачки, то есть ренджовер и шевроле добавить. Без мигалки так он будет. И есть вариант оставить СВА, как он и был. Вот СВА, если что, кто не знает. Либо вернуть Таха. Хотя, по-моему, Сугурбан же был, а не Таха. Если я не ошибаюсь. Это ж Таха, а был Сугурбан. Вроде бы как. Поэтому не знаю, почему именно Таха. Потому что был Сугурбан. Не знаю, что-то я запутался, ну ладно. Итак, сначала лидировал СВА. 2 дня, понимаете? Лидировал СВА. Теперь вырвался вперед Таха. Я не понимаю, блин, пацаны, вы голосуйте тоже, потому что каждый голос важен, пацаны, чтобы потом не было разногласий, типа, вот, я хотел, чтобы остались СВА, или вот, я хотел Таха, или вот, я хотел Режевер и Таха, и так далее, поэтому голосуйте. Конечно, третий вариант, пацаны, очень проигрывает, 25%, а здесь 37%, а здесь 37,9%. Сейчас лидирует Таха, но лидирует там всего лишь на 41 голос, он лидирует и все. Проголосовало, пацаны, в общем, 4437 человек, понимаете? Я не уверен, что это все игроки Мозинга, поэтому, пацаны, кто еще не голосовал, обязательно заходите в эту группу, ссылка в описании есть, и голосуйте, потому что, блин, это важно, это реально важно. Но я так понимаю, блин, что многие хотят, чтобы вернули Сугурбан, ну, почему-то Тахо здесь сделали, я не знаю, или был Тахо, по-моему, был Сугурбан, пацаны, пишите в комментариях, вроде же был Сугурбан. Многие хотят, чтобы его вернули. Но видите, тут уже 50 на 50. Тут борьба идет каждый день. То СВА впереди, то Сугурбан, то СВА, то Сугурбан, то СВА, то Сугурбан. То есть Таха. Ну, вы поняли, короче, да. Поэтому голосуйте, кто не голосовал. Еще, я думаю, это где-то неделю будет длиться голосование. Может, чуть меньше. Поэтому есть еще шансы, чтобы СВА выбился вперед. Честно, я хотел бы, чтобы и ту машину, и ту добавили, и все. И было бы заебись, реально. И было бы просто заебись. Но так, хз. Также появилась новая картиночка. Это Камри. Старенькая камрюшечка. Любимая всеми, я думаю. Вот, картиночка появилась. Здесь написано ничего. Обещать не могу. Активность в группе, кстати, очень хорошая. Видите, по 1000 просмотров. Это 19 мая выложили. Тут постик. Тут, видите, активно, активно. Мы все тут сидим. Вот, здесь 1,2. Видите, по косарю стабильно. Здесь вообще 2,5. Нормальная активность в группе, очень даже хорошая. Мне бы такую активность в моей группе, поэтому, пацаны, подписываемся тоже на мою группу. Обязательно подписываемся. Просто обязательно, потому что здесь выходят новости. Вот, у меня сейчас перерыв на обед, я пилю видос для вас. Вот, я постик тоже выложил. Тот видос я уже записал, я решил еще один записать, потому что я вчера еще хотел записать, но что-то потом не получилось. Здесь есть фотки с работы, если что, поэтому заходите, смотрите. Если вам будет нравиться такого формата, что я выкладываю фотки с работы, то я буду часто. Я уже сегодня выложил 1 пост, 2 пост, 3 пост, 4 пост, 5 пост, 6 постов, короче. Ну, это не с работы. Ну, в общем, я пытаюсь активно кидать посты в группу, поэтому, пацаны, если вам нравится, то ставьте лайки и пишите в комментариях. И подписывайтесь на группу, участвуйте в конкурсе, пацаны, на BMW, на Бэшечку, на любимую BMW M5 60 с блат номерами, точнее, с красивыми номерами. И с одним чипом из нитро.
Участвуйте обязательно просто, уже 232 участника, понимаете, 3400 просмотров, понимаете, 3400 просмотров. И участвует всего лишь 232 человека. Ну что за прикол, пацаны? Ну блин. Даже лайка, видите, 293, участвует 232. Может кто-то перепутал и репост не сделал. Пацаны, проверьте, чтобы вы все сделали. И те, кто сразу, кстати, не сразу, а кто кидает вот такие вот, то, что видите, что он подписан там. Красавчики, пацаны, можете так само делать. Вот и такие люди, респект им. Они реально, это хорошо, это удобнее будет выбирать победителя, если вы так делаете. Поэтому... Вы красавчики, реально, кто такие посты кидаешь, типа подписан там и так далее. Поэтому как-то так, пацаны, все ссылки просто в описании. Просто все ссылочки в описании. Следим за группой модпакера, следите за моей группой, там все новости. Каждый раз выходит что-то новое. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите снимать такие разговорные видосы. Честно, мне нравится такие видосы снимать. Потому что можно по душам с вами поговорить, выговориться там и так далее. Мне это нравится. Ну что ж, на этом у меня все. Всем пока-пока.